Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, имеют ли зубы мудрости какое-то эзотерическое значение? И нужно их удалить, если они не выросли? Конечно, если они вам мешают и деформируют вашу челюсть, их лучше убрать. А вот молочные зубы имеют эзотерическое свойство защищать человека. В случае, если у ребенка выпал зуб, особенно если это клык, допустим, или передний резец, не торопитесь выбрасывать такой зуб. Сделайте из этого зуба талисман или вложите его в какой-нибудь талисманчик, и пусть ребенок в дальнейшем носит. Такой талисман сделает этого человека очень везучим, счастливым, очень целеустремленным. Практически никогда этот ребенок не станет ни алкоголиком, а также у него появится дар в математике. Также не обязательно носить этому ребенку такой зубик. Этот зубик необходимо сохранить и положить. Если в серебряный талисман, дар в математике. Если в золотой талисман, то дар к сочинению стихов, к пению, к танцам. Ну, если в инкрустированный какой-нибудь талисман, то очень будет нравиться людям. Не обязательно носить. А если будет носить, то обретет великую славу, почет и уважение. Также, если есть молочный зуб любого ребенка, особенно родного, и носить его на себе, то этот талисман является ключевым талисманом для защиты от зла. Считается, что детские, особенно детские зубы родных детей, они очень хороши для человека, которого ждет опасность, как оберег, защищающий человека от определенной опасности.